Здравствуйте, гости званые! С праздником вас, с долгожданным! Что случилось и произошло в этом году у людей, и они хотят от этого избавиться. А потом мы все эти бумажки опускаем в карман чучела и сжигаем, чтобы ничего не возвратилось. Будем сегодня делать вот такую замечательную маленькую куколку, которая называется масленица или маканка.